вперед! Ван Дин, Дакаскас, Невский, Тагава, Дюжев, Грюн, Хьюз. Режиссерский дебют Марка Дакаскаса «Разборка в Маниле» собрал в одном фильме звезд боевиков 80-х-90-х, которые в свое время воодушевили не одно поколение. Такая альтернативная версия ленты «Неудержимые». Александр Невский и Матиас Хьюз лично представили новый блокбастер в Сочи в кинокомплексе «Люксор Аймакс» в рамках предпремьерного показа. «Разборка в Маниле» – это российско-американская история частных детективов, которые, расследуя убийства, выходят на след международного террориста, лагерь которого находится в филиппинских джунглях. Такой сюжет наверняка придется по душе любителям классических боевиков, наполненных не спецэффектами, а трюками и эффектными схватками, считает актер и продюсер картины Александр Невский. В этом фильме русский герой, которого кулаки ничуть не меньше, а даже больше, чем у его голливудских коллег. И в этом фильме нет дурацких стереотипов в России. Самое главное, в этом фильме те кумиры многих поколений мальчишек и мужчин, которые продолжают показывать правильный пример. Не обязательно тратить на съемки фильма миллионы долларов, чтобы получился экшен. Главное – это актерская игра, показать на экранах настоящих героев. Сразу после пресс-конференции актеров блокбастера встречали гости «Люксор Аймакс». Актриса Мария Бравикова, «Разборки в Маниле» для нее стали актерским дебютом, по традиции кинотеатра оставила свои отпечатки на площадке достижений. Все желающие смогли получить автографы от звезд и сделать фото на память. «Разборка в Маниле» на большие экраны выйдет 18 февраля. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.